Всем привет, ребята, на канале Софи Ларсен, и сегодня я вам покажу, как проходит мой вечер. Совсем недавно выставляла видео про мое утро, рассказывала и показывала, как у меня все происходит, а сегодня решила снять видео про свой вечер. Мне кажется, это будет довольно-таки сбалансировано, и тем не менее, я сегодня настроилась, чтобы показать вам свой вечер, вообще, что я делаю, какими делами занимаюсь. И сегодня у меня настроение провести максимально спокойный вечер, без каких-либо спешек и так далее. Вот чисто, чтобы в этом видео присутствовало спокойствие, уют. Знаете, у меня нет каких-то четких границ, когда должен начинаться там или же вечер, или же утро, и так далее. Потому что все зависит это как раз-таки от моего состояния. В мере сейчас для меня начинается вечер после того момента, как у меня закончились все онлайн-уроки, и после того момента, когда я немного отдохнула. То есть именно на этом этапе у меня начинается вечер и осознание того, что я могу провести это время наедине с собой, посвятить себя каким-то делам и так далее, и просто провести хорошо время. Поэтому вечер ассоциируется у меня именно так. В данный момент я как бы ориентирую, что вечер у меня начинается примерно в 4 часа. То есть для многих это еще не вечер, но я уже, по крайней мере, ощущаю это как вечер. Перед тем, как мы приступим, мне было бы очень приятно, если бы вы подписались на мой канал, а также на мой Инстаграм и ТикТок, потому что именно там показываю больше своей жизни, и все ссылочки будут внизу в описании. Будем тянуть и сразу перейдем к нашему вечеру, так что заварите себе чашечку чая и погнали проводить время вместе. Первым делом мне нужно заказать свечку. Как раз таки сегодня начал работать просто мой один из самых любимых магазинов, который делает свечи. Это свечка по мотивам Гарри Поттера как раз таки из этого магазина. Я решила заказать немного другую. Я решила ловить момент и сразу заказать свечечку. Деревянные фитили, поэтому это просто вау, если честно. Так что сейчас нам нужно заказать свечку. Вот, кстати, их Инстаграм, то есть здесь просто невероятно все красиво. Тоже заказ я сделала. Знаете, просто счастливый ребенок. Вот и все, серьезно. Потому что, во-первых, я уже очень давно не заказывала именно с Инстаграм-магазина. Было трудное время, это сейчас будет поддержание экономики нашей страны, так что, как по мне, это просто вау, еще больше. Так что и будет и красиво, и полезно, что мне больше ничего не надо, я реально просто счастлива. Но сейчас мне пришло настроение что-нибудь приготовить. На самом деле я хочу приготовить что-то сладкое, потому что в обычной жизни я готовлю именно сладкое. Я всегда любила бисквиты, но сейчас полюбила еще больше, потому что они готовятся очень быстро. Ну, как по мне, это просто отличный вариант. Поэтому сейчас мы с вами займемся готовкой и приготовим бисквит еще из глазури. Так что это будет просто очень круто. Что, погнали готовить. И он будет готов примерно через минут 40, так что я планирую за это время погулять с собакой. Я вообще, в принципе, с собакой гуляю минут 20-30. Большая рискованная задача, поэтому я все-таки кого-то оставлю, чтобы кто-то присмотрел за ним. Я уже дома, успела только что достать бисквит из духовки. Сейчас нужно подождать, пока он остынет. И уже будем готовить с вами глазурь и, конечно же, заливать. Я хочу пройти тест по геометрии. Вы знаете, самое трудное дело сегодня как раз-таки. Поэтому нам нужно его быстренько пройти. Правда, оценки сейчас не покажут. Где-то после 7 получаются уже все оценки. На самом деле, опять же, хочу немножечко рассказать сейчас про свое обучение, вообще про свои уроки и так далее, про свои ощущения еще, можно сказать. А на самом деле, опять же, когда я хожу в школу, то у меня нет какой-то особенной мотивации учиться и так далее, сказала, ее вообще нет. А сейчас, когда я могу распланировать себе все уроки, всю домашку, все тесты, то могу сказать, что реально очень нравится, и реально приходит какая-то мотивация, что ли. Честно, тем не менее, сейчас со всей этой ситуацией я бы с удовольствием пошла в школу, чтобы хоть как-то развеяться, но за этот учебный год, так понимаю, я уже туда вообще не выйду. Кстати, свечку мою уже отправили, так что завтра она должна уже быть у меня, и нужно будет идти на почту. Мне пока нравится, как проходит наш вечер, потому что, мне кажется, пока довольно-таки продуктивно, и в то же время как-то все проплывает максимально спокойно. Какая красота!
Я уже принесла кусочек тортика. У нас с вами будет тест. Но я уже знаю, что это безумно вкусно, потому что я уже готовлю, наверное, пару дней именно такой тортик. Пока я ем торт, я хочу посмотреть фильм «Искупление». На самом деле, я в ТикТоке видела уж очень много хороших отзывов за этот фильм. И плюс там снимается Кира Найтли. Это как отдельный плюс, чтобы посмотреть. Что, погнали смотреть. Я посмотрела только первых 20 минут, и мне уже так нравится, это серьезно. Плюс, конечно, актеры очень красивые, так что я просто не могу пропустить этот момент. Конечно, возможно, не за раз посмотрю весь фильм, потому что, как-никак, 2 часа довольно-таки много. Но, тем не менее, я планирую его досмотреть. Сейчас посмотрю буквально еще минут 10-20, потом будем приступать к остальным делам. Кажется, есть две причины, по которым я решила смотреть этот фильм, потому что, во-первых, было очень много отзывов хороших в ТикТоке, я немного посмотрела, и поэтому сейчас я планирую немного почитать. Можно сказать, это почти завершение нашего вечера, я считаю, что мы просто обязаны немного почитать. Я до сих пор дочитываю «Доктор Сон», так что для меня это сейчас огромная проблема, именно в том, что у меня просто не хватает времени почитать из-за уроков и вообще из-за того, что я очень быстро устаю, так что сейчас нам нужно хотя бы страниц 20-30 прочитать. Немного почитала, поэтому я сейчас хочу устроить себе некое спа. Мне кажется, сейчас его устраиваю довольно-таки часто, потому что именно этот способ мне позволяет максимально настроиться на следующий день, потому что после тяжелого дня, я считаю, у меня сегодня был довольно-таки непростой, то очень важно как-то вечером восстановиться немного, и именно спа, мне кажется, как раз-таки отличный вариант для этого. Кстати, просто обожаю вот именно эти два средства на данный момент, потому что они просто нереальные, и если использовать их вдвоем, то это просто запах будет неимоверный. Во-первых, я вам уже рассказывала за этот лосьон от Pink, он с запахом кокоса и ванили, кстати, пахнет реально теле сутки, так что могу всем советовать, и также мист, который просто тоже невероятный, тоже с кокосом, ванилью и еще с маракуйей. Именно этих два средства просто невероятные. Также мне недавно пришла умывалка от Виши, потому что моя от Пайо закончилась, и поэтому могу сказать, что я еще, конечно, не сильно много ею пользовалась, но, тем не менее, уже очень заметно, что лицо более очищенное, что ли, очень хорошо очищает, довольно-таки хорошо пенится, не стягивает. В общем, мне кажется, довольно-таки хорошее. И, кстати, в отзывах писали тоже, что помогает справиться немного с прыщами. Мы это, конечно, все протестируем. На этом прекрасном моменте мы будем заканчивать наше видео, потому что уже все дела я сделала. Интересный вечер у нас получился. Сказать, что он был довольно-таки продуктивным. Ну, на этом было все. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы были на канале Сфи Ларсон. До новых встреч. Пока-пока.